Понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Страна отмечает День народного единства. Как и по всей России, в Архангельской области праздничная программа охватит сразу 3 дня. В субботу, 2 ноября, в Доме народного творчества в Архангельске в 14 часов начнется концерт «Малый казачий круг», где выступят самодеятельные казачьи коллективы Поморья. Но главные торжества пройдут в день праздника. Для мероприятий 4 ноября мы приглашаем московских музыкантов. Это гармонист, известный гармонист Святослав Шевчуков, вокалистка Марта Серебрякова. Она финалистка конкурса «Новая звезда» телевизионного проекта. И шоу «Балет-фестиваль». Артисты выступят у театра драмы. Начало концерта в 12 часов. День народного единства – одна из самых молодых красных дат календаря. Хотя попытки сделать ее праздничной предпринимались еще 4 столетия назад. Если посмотреть в истории, откуда пошло празднование этой даты, это был 612 год. Мы люди разные, но мы живем в едином государстве. И это государство мы любим, мы в нем живем, растим детей и рассчитываем, что мы будем его в дальнейшем развивать и улучшать. И как это сделать, ну, без единства, да? Очень важно нам всем сегодня понимать, что если мы будем едины, то мы можем с любым горем, с любой бедой справиться. Совместно, безусловно. Ко Дню народного единства приурочена и всероссийская акция «Ночь искусств». 3 ноября в ней примут участие около 100 учреждений культуры региона – театры, музеи, библиотеки.